Потому что я получала информацию так четко, ясно, и те задания, которые я делала 2-3 раза до этого, то есть я переделывала, я их могла сделать за раз. И я до 12 ночи была такая бодрая, занималась спортом. В общем, эффект, конечно, классный, очень нравится продукт. И вообще все продукты, которые я купила, крема, продукции все, пробиотики, файнзайм купила, все-все очень действует на 100%. И это, наверное, первая компания, первый, наверное, такой бад, который мне очень сильно понравился. До этого я такие бады особо не верила, если честно. А вот сейчас, вот, благодаря консультации Дианы, она вот познакомила нас с этим продуктом, и вообще классный эффект. Отлично. Когда у вас есть свой опыт, вам гораздо легче это рекомендовать. Конечно, желательно вам нужно понимать, из чего это сделано. То есть, ну, не нужно как бы сразу заваливать человека информацией. Если человек поинтересовался, а из чего он? То есть первые мои подозрения, допустим, были, когда я все прочитал, из чего состоит это суперснадобье. Суперснадобье это основано на травах. То есть это отвар из трав, наполненный минералами и витаминами. То есть все ингредиенты абсолютно натуральны. Здесь нет ничего, никакой химии, никаких токсинов. То есть вы просто употребляете дары природы. Итак, далее. Следующее, о чем хочу рассказать, это две линейки по уходу за кожей. Это новая линейка ухода за кожей Fame. Fame переводится как слава. И уход, набор по уходу за кожей Абсолют. В чем разница? Разница в классе и в цене. То есть линейка Абсолют представляет собой ватами люксовую косметику, люксовую уходовую косметику. То есть это высокий уровень. Премиум класс также считается высоким уровнем. У нас на рынке в Казахстане премиум класс южнокорейской компании не представлен практически. Если что-то есть, то стоит очень больших денег. В основном у нас в магазинах везде масс-маркет. То есть вот этот набор из 5 тюбиков, то есть здесь 2 крема, кажется, эссенция, тойлер и лосьон. Он стоит примерно 35-38 тысяч тенге. Люксовый набор стоит примерно 80 тысяч тенге. Но каждый человек, который попробовал бы или это в восторге от этих наборов. Потому что эти наборы действительно шикарные. Что этот. Они основаны на разных технологиях. И люксовый набор, он рекомендуется больше женщинам за 30, то есть 30 лет. Потому что у люксового вот этого набора, как я понимаю, основное предназначение – это омоложение кожи. У Фейма основное предназначение – это сохранение молодости и здоровья кожи. То есть Фейм могут там, с подросткового возраста, там, девушки и парни. Тут, кстати, нет такого ограничения по половому признаку. В Корее многие мужчины пользуются либо этим, либо этим. Я сам из этого набора пользуюсь Тони. Потому что мне лень мазать все вот это, а тоник это быстро, 5 секунд, просто увлажнить кожу. Есть ли в аудитории кто-нибудь, кто пользовался одним из этих наборов? То есть два человека, также если поделятся своим опытом, пожалуйста, прошу на сцену. Здравствуйте, меня зовут Найла. Ну, в двух словах скажу, как я вообще узнала об этой продукции. Как-то пришло сообщение от моей снохи, Байконуре живет. Найла, я подписалась на продукцию корейской фирмы Atomy. Очень интересная косметика. Ну, раз косметика, нет, что-то это. Я сразу ей звоню, что там? Она говорит, ну, я заказала маски и это, попробую. А до этого я уже, ну, 2000 года я пользуюсь косметикой очень известной сетевой фирмой, уходовой косметикой и вообще всей продукцией этой фирмы. Не буду ее называть, потому что, в принципе, у нее действительно очень хорошая продукция. Но уже с какого-то определенного времени, года 2-3 назад, я уже начала искать именно возрастную, что уходовая, но она была для возрастной кожи. А там она получается для возрастной очень дорогая. Если одна, например, будет стоить где-то 50-60 тысяч, только одна кремовая века. А мне нужен был, ну, естественно, бюджетный вариант, чтобы было там в пределах какой-то определенной суммы. Ну, и раз мне сноха сказала, я говорю, ладно, давайте попробуем. Ну, попробуем, начнем. Я вообще начала читать там
шестиступенчатая была, это где-то вот в начале июня было, шестиступенчатая. Потом, благодарю Жозеру, я позвонила ей, она говорит, нет, шестиступенчатая сейчас ушла, появляется новая фейл. Интересно, что такое? Она мне объяснила, говорит, вот все классно такое, говорит, попробуйте, если вы хотите попробовать, возьмите вот это. Заказала с российского сайта, заказала вместе с ним. Это я себе детям говорю, хотите мне подарок, давайте, говорю, я заказываю, короче, узнала косметику, давайте мне деньги, я ее заказываю. Ну и заодно к нему эти маски, гидромаски, гелевые. В общем, заказала, пришло, причем пришло быстро, по-моему, ну как бы я там, если заказывала, то приходила намного дольше. Вот 4 дня я пользуюсь ею, 4 дня буквально. Что скажу, девчонки? Вот сидишь, вот эту косметику я вытаскиваю, фейл у меня. Я все-таки начала, знаете, я решила попробовать с нее. Я каждую по отдельно беру, там тонер, эссенция, лосьон для глаз, для этого. Такое ощущение, я себя чувствую богиней. Но действительно, когда я ей пользуюсь, он классно вообще чувствуешь. И перед этим я еще искала, как ей пользоваться. Ну, посмотрела там где-то какие-то ролики, эти. Ну, ладно, и так попробую, и так попробую. В общем, у меня каждый день эксперимент, утром эксперимент, вечером эксперимент. Но в конечном итоге это действительно очень хорошее средство. Самое главное, что ты себя начинаешь вот, как женщину уважать. Вот я ею пользуюсь утром, что я уже очень много говорю, да? Эмоции тоже хочу свои передать. И вечером пользуюсь. Для этого находится время, обычно же ей не хватает. Там, где, ну, как-то хочется, пока, наверное, еще растянуть удовольствие, нанесла эссенцию, чуть-чуть почувствовала, такой запах, такой сразу ты ее чувствуешь, кожа чувствует, она благодарит, она действительно благодарит, вот какое-то ощущение возникает, что, может, отдыхает или какое-то наслаждение получает, вот. И, девчата, я вам советую, попробуйте, вы не пожалеете. Спасибо. Кому-нибудь захотелось попробовать? У нас такой случай был. Наш партнер подарил своей маме набор фреймов. Через полтора месяца заказали 5 фреймов. Потому что мама нашего партнера вышла, ходила на работу, и женщины стали замечать, что изменения на лице, и стали спрашивать, что ты делаешь, поделись секретом. Она сказала, это просто корейская косметика. То есть целый набор стоит примерно 35-38 тысяч тенге, и все ее коллеги заказали этот набор, зарегистрировались, и у нее начала расти структура. Гораздо легче и гораздо быстрее добиваться успеха, когда вы можете личным опытом поделиться с людьми, когда вы сами убедились в качестве продукции, и когда вы не продаете продукцию, не пропихиваете, не втюхиваете, а рекомендуете. Рекомендовать гораздо приятнее, чем продавать. Я не люблю делать продажи, я не люблю человеку объяснять, почему это, вот почему, если он это купит, это будет выгодно и так далее, и так далее. Мне гораздо приятнее рекомендовать. То есть я попользовался этим, какие-то эффекты работают. Мы попили БАД, почувствовали сразу эффекты. Жена пользуется уходовой косметикой, всем все нравится. Самое главное, то что цены, они очень адекватные. До того, как мы познакомились с Артем, жена хотела купить ампулу. Я понятия не имел, что такое ампула, я до сих пор плохо себе представляю. Но ампула — это вот этот маленький синий тюбик. В другой компании ампула стоила $160. То есть маленький тюбик, 20 мл, 30 мл, $160. Я думаю, ну это дороговато, что она делает? Я не знаю, жена сказала, я ее хочу, она классная. Но ампула в абсолюте, она еще лучше. А здесь можно целый набор купить за $200. То есть ампула выходит примерно в $20. Все нормально? Да. Хорошо. Хорошо. Вы можете с места поделиться. Если вы не хотите выходить на сцену. Нет, я все деньги на сцене. Все деньги на сцене. Золотые слова. Супер. Расскажи просто, сколько тебе лет? Меня сюда в компанию привела сестра, очень мне благодарна за это, познакомила меня с ней, с продукцией сестра, в общем, вот она стоит.
Ну, что хочу сказать. Если мы говорим сейчас вот о косметике, то я брала 6-этапку, и, в общем, до сих пор ей пользуюсь, но осталось немножко. Кожа моя благодарит меня за это. В общем, продукция отличная, я советую, у нас тоже мама начала пользоваться, ей очень нравится. Начала пить на Хемахим, попивая сейчас спирулину. В общем, я тоже пропила спирулину, хочу сказать вот отзывы, какие у меня. У меня было 3 операции, и на этом фоне у меня, в общем, стали падать волосы. Причем так сильно, что прям... Где-то когда-то я что-то когда-то слышала, что вот спирулина, но она настолько хорошая, вот. Я, в общем, решила. Я вот позвонила сестре, говорю, есть спирулина? Она говорит, есть. Причем отзывы, говорит, очень отличные, говорит, хорошие отзывы. Я стала пропивать, пропила 2 месяца. Вот, ну, я вот сейчас, почему я говорю, что надо на себе все это испытать, на себе все попробовать и рекомендовать. Потому что когда мы уже говорим о чем-то там, вот таком-то, чье-то мнение, чье-то вот эти, да, опыты. Люди не верят, на это не идут. Я вот говорю сейчас, вот тоже вот у меня подруга пришла сегодня. Причем я это все, как это, если я раньше, пока я вот на себе все, я у меня такое вот, пока я на себе все это не испробую, я не говорю другим. Сегодня она вот это все слушает, вот отзывы, слушает меня. И уже сегодня говорит, все, люблю уже, причем не 5 этапов, она хочет люксовую. Спасибо. То есть, видите, вот это и есть формула успеха. У человека есть знания, у него есть опыт, и он делает, совершает действия, поделился своим опытом. Спасибо. Так, хочется немного сказать еще о знаменитом вечернем наборе, 4-ступенчатый набор по очищению кожи. Здесь 4 флакона по 150-120 мл, то есть они огромные. Эти флаконы рассчитаны на целый год. То есть целый год можно пользоваться там, по 2 раза в день. И стоимость набора выходит 14 тысяч тенге. То есть каждый флакончик примерно 3500. Это достаточно демократичные цены. То есть здесь есть очиститель от макияжа, есть пилинг-гель. Причем гель он без таких крупинок, которые, наверное, многие пользовались травами когда-то, и там были все время какие-нибудь косточки или еще что-то, то, что отшелушивает. Но помимо того, что это отшелушивает, оно еще и повреждает кожу. То есть здесь просто мягкий гель, он очень мягкий. Но он именно с такой текстурой, что он отшелушивает омертвевшую кожу. Сколько, оказывается, знаю уже. Здесь маска, пленка, которую можно, кстати, комбинировать со спирулиной, и получается такая спа-процедура. Я как-то отправлял жену на эту процедуру, процедура стоит $60. То есть сейчас она может эту процедуру делать буквально за $2 дома, или за $1. Причем сама. И здесь есть еще мой любимый продукт. Это пенка. Пенка-умывалка, умывашка. Она очень мягкая, очень нежная. То есть я раньше не понимал, вот зачем столько средств для лица. Мыло умывал, ой, лицо умывал мылом. Потому что вот есть был сок мыла, но почему бы не умыть, как бы нормально. Но я то есть, до конца не понимаю, но мне очень нравится. Мне просто нравится ощущение, когда я умываю лицо вот этой пенкой. Она очень мягкая, очень нежная. Я вообще всем рекомендую. Ну, один вот такой тюбик можно отдельно купить, там 3500 тенге стоит, его хватит на год. То есть вот это классный продукт. Кто-нибудь пользовался 4-й тапкой? Да, пожалуйста, на сцену. Да, выходи. Раз желающих больше нет. Ну, я так быстренько расскажу, получается, просто как мне понравились все продукты, которые я купила, получается, я вот недавно заказала себе вечерний уход, тоже очень понравился, получается, я ощущаю ощущение такое, что кожа прям очищается в нескольких слоях, и вот это, допустим, ну, вы же знаете, что мейкап нельзя смывать мицеллярной водой, ну, многие смывают мицеллярной водой, а это повреждает кожу, нужно как маслообразным средством смывать. И вот это получается здесь как будто бы масло и не вредит коже, и прям мягко очищает кожу от макияжа. Потом вы используете умывашку, потом гель и маску, и потом прям кожа вас благодарит. И вы прям засыпаете, прям знаете, с такой легкостью, с ощущением прям
не знаю, да, прям, вы чувствуете, как будто ваша кожа реально вас благодарит и сияет, и утром прям ощущение тоже классное. Просто вы смотрите в зеркало и радуетесь. Спасибо. И здесь на столе есть еще один набор, это новый набор. Практически никто из других стран, кроме как из Кореи, его еще не испытал, потому что он буквально появился в продаже, если не соврать, где-то 2 недели назад, по-моему. Может быть меньше, может быть 10 дней назад. Он уже распродан. То есть это инновационные технологии, это гидронабор, который заменит акванабор. Акванабор, он полюбился людям, многие его любят, а этот гидронабор, он гораздо лучше. То есть я даже не знаю, чем он так крут, но когда он вышел, когда его презентовали в Корее, люди аплодировали. Когда они узнали, сколько он будет стоить, потому что вот эта капсульная эссенция выходит около $15, и это практически 8 раз дешевле, чем другая капсульная эссенция, которая есть в Корее на рынке, примерно такого же качества. То есть 8 раз дешевле, примерно то же качество. То есть этим атоми и хороши. То, что продукцию не нужно продавать, продукция сама говорит за себя. Но самое сложное просто достучаться до человека, то что продукция действительно хорошая, даже попробуй, я рекомендую, я советую. Это основная, я думаю, работа Латвии. Из этого идет, как бы из этого строится ваша сеть потребителей. В этом суть бизнеса. То есть вы приводите не только просто партнеров, не просто активных людей, которые строят сеть, которые нацелены на деньги, вы приводите сюда постоянных потребителей, потому что каждый человек может найти в компании то, что ему очень понравится. Еще раз повторюсь, где он извлечет для себя выгоду. Стоимость гидронабора. Стоимость гидронабора с доставкой примерно $38-40. То есть мы его еще не взвешивали и не уверены. То есть здесь коробочка такая. Я думаю, вот мы вчера, кто смотрел наш сторис в Инстаграме, обещали как бы всем посмотреть этот гидронабор. То есть вы можете его открыть, понюхать. Наверное, мазать не стоит, а то от него ничего не останется. То есть я пущу его передам. Можете посмотреть поближе, рассмотреть, посмотреть консистенцию крема, ощутить запах. А вообще все крема идут для любого, да, типа кожи? Да. Почему, моя супруга часто объясняет, почему вот часто задают вопрос, для какого типа кожи? Потому что мы привыкли, да, то, что крема бывают для разного типа кожи, жирный, такой, сякой и так далее. Мика объясняет это так, то, что это косметика масс-маркета. То есть она узконаправленная, и она действует только на поверхностные слои кожи и работает с определенной кожей. Наша косметика рассчитана на все типы кожи, потому что это косметика высшего уровня. То есть здесь передовые технологии. То, что там, это прошлый век.